Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня я готовлю шаурму, кебаб. Вы просили в комментариях приготовить мою собственную, показать, как это делается. Я готовлю. Для начала я буду мариновать курицу. Вот она у меня, куриная грудка здесь лежит. Все ингредиенты, все граммовки смотрите в инфобоксе под видео. Куриную грудку нарезаю я следующим образом. Она нарезается вдоль волокон брусочками. Это практически самый оптимальный вариант. Она остается сочная, она остается вкусная. И специи мы, конечно же, в нее тоже добавляем. Вот, вдоль волокон мы нарезаем на брусочки примерно вот такого размера. И отправляем в тарелку, где мы замешаем со специями. И оставим мариноваться примерно на, лучше всего, часа на 2-3. Но если времени мало, то будет достаточно хотя бы полчаса, минут 40, пока мы приготовим соус и нарежем все ингредиенты. Одна целая куриная грудка нам будет достаточно для 4 кебабов. Это будут отличные мясные 4 шаурмы-кебабы. Пишите в комментариях, друзья, кого больше, тех, кто называет шаурма или тех, кто называет кебаб данный божественный свиток. А? В мясо я добавляю приправу для шашлыка. Ее я добавляю, потому что здесь есть и кориандр, паприка, куркума, перцы черный, красный, мускатный орех. Этого нам достаточно вполне для маринада. Также сюда пойдет чеснок и соль. Добавляю буквально чайную ложечку с горкой. Соль также по вкусу, можно где-то пол чайной ложечки. Натираю 4 крупные зубчика чеснока. Чеснок по вкусу, кто чеснок не любит, не добавляет. Но лучше, конечно, добавить. Перемешиваем мясо со специями и с чесноком. Можно сюда также добавить немножко растительного масла. И вот теперь перемешиваем. Также можно добавить еще соевый соус сюда. Все, отправляем в сторонку мариноваться. Пока будем нарезать овощи. Готовим соус, друзья. Нам понадобится майонез, йогурт натуральный, без вкусов, чеснок, также количество чеснока на ваше усмотрение и немножко соли. Все смешиваем в тарелке 192 грамма, 200 миллилитров. Отправляем весь соус как раз на 4 шаурмы, этого хватит, даже еще останется. Йогурт сначала один добавляю, здесь 125 грамм. Сейчас мы посмотрим по консистенции, как у нас будет. Немножко соли и 4 крупных зубчика чеснока. Теперь хорошенько перемешиваем соус до однородного состояния. И также оставляем его настояться немного. Судя по консистенции, одной банки йогурта достаточно. Далее нам понадобится помидоры, лучок, у меня красный, огурцы соленые, морковка корейская. И можно взять белокочанную капусту, но чтобы долго не нарезать, не играться, потому что белокочанная должна быть тонко нарезанная, тогда она хорошо чувствуется по структуре и по вкусу. Я взял обычный салат зеленый. Он будет красиво смотреться, даст также нам сочность и хрусткость. Нарезаем все в произвольном виде. Огурцы тоже надо нарезать мелко, чтобы они распределили свой вкус по всему кебабу. Это важный момент. Думаю, половинка луковицы нам пока будет достаточно. Овощи нарезаны, мясо замариновано, соус готов. Пошли жарить мяско. Включаю средний огонь, друзья, на сухую сковороду, это важно, перекладываю наше маринованное мясо. Периодически помешиваем, ждем, пока испарится вся влага здесь. Постоянно, каждый раз перемешиваю, и тут сразу лужа влаги выделяется. Мы должны всю ее выпарить. Такой вот цвет должен быть у мяса. Оно уже готово. То есть небольшие румяности по бокам. Можно посильнее поджарить. Главное не пересушить мясо. Но я вам советую уже вот через минутку снимать с огня. Ну что ж, друзья, самый интересный этап, приступаем к сборке. Единственное, что меня сегодня опять подвел лаваш. Будем надеяться, что у меня получится его
аккуратно, красиво скрутить. Единственный плюс этого лаваша, что он большой. Вот такой вот. Я его режу пополам. То есть у нас получится как раз на 4 кебаба. 4 листа квадратных. Собираем, друзья. Для начала 1 столовую ложку соуса размазываем следующим образом. Без фанатизма, чтобы лаваш у нас не порвался раньше времени. Далее капусты 2 листика. Точнее, не капусты, а салата. Вот таким вот образом. Корейская морковочка, наша любимая. Всеми любимая, точнее. Лучок для вкуса, для хрусткости. Помидорочки, огурцы соленые. Теперь мясо. Выложили мясо, теперь 2 столовые ложки соуса. Можно даже 2,5. И теперь заворачиваем, как показано на видео. Ну, лаваш, не подведи. Не подведи меня, дружочек. Сладкий пирожочек. О, вот такая вот красота получается. Отправляем на сухую сковороду. Желательно сковорода-гриль или вот такая в клеточку, как у меня. По 2 минуты с каждой стороны. Обжариваем на среднем огне, чтобы запечатался лаваш, стал хрустящий, твердый. Я выложил, друзья, 2 кебаба на сковороду и сделал импровизированный груз. Советую вам также сделать. 2 минутки прошло, теперь переворачиваю. Вот так красиво запечаталось у меня все и даже не развалилось. Это очень замечательно. Груз можно вернуть на место. Прошло еще 2 минутки, друзья. Я снимаю кебаб. Здесь у нас третий на столе. Сейчас будем резать, смотреть, как внутри он выглядит и пробовать. Я нарезаю свой кебаб. Эх, лаваш вроде пока не подвел. Вот так вот выглядит он внутри. Мясо, морковочка, капусточка, соус. Красота, в общем. Мне нравится. И что ж, сразу дегустирую. Сходу прям, с лету. Напоминаю, он без картошки. Кто хочет картошку, себе добавляет. Сразу хочу отметить, друзья, что этот салат лучше все-таки помельче нарвать, потому что он сложно кусается. В остальном идеально по чесноку. Вот это вот то количество чеснока, которое я люблю. Соус классно по специям. Все, морковка, мясо, ничего лишнего. Все классно. Вот сейчас Ваня попробует, тоже скажет свое мнение. О, текет. Мне опять девочка попала. Да, у Вани постоянно брызжет. На тебе трапушку. Ты кушай и рассказывай. Очень чесночно. Мне кажется, много мяса. Можно меньше, да? Можно меньше. Ну, так все вкусно, мне нравится. Да, вот такое количество чеснока я люблю. Офигенно. Лучка можно было больше. Друзья, вы видите, нам вкусно. Нормально. У нас все уже потек соус. Мне вот 4 кебаба вышли, ну, лей 100-120 максимум. То есть это в домашнем виде, это считай там 25-30 лей один кебаб. Если вы за домашнюю еду, обязательно приготовьте кебаб дома. Это красота. Даже по моему рецепту не пожалеете. Если же, конечно, вы любители прогуляться и покушать кебаб в заведении, тогда вперед. На канале тоже есть много видео с кебабами. Можно что-то выбрать. Вы сами все видели, все ингредиенты, как это сделано. Даже, кстати, с этим лавашом сегодня классный кебаб. Видите, ничего не разваливается, все красиво, все получилось. Я очень доволен результатом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кто приготовил этот кебаб, насколько он был вам вкусный. Естественно, он был вкусный. Все, лайки не забываем. Пока-пока.